Салют, друзья! Вот и новая серия на YouTube-канале подъехала. Не совсем обычного формата, как вы могли заметить, по превью, по названию. Так что, детишки, это не для вас, а так для тех, кому это интересно, кто когда-либо задавался этим вопросом. В общем, ходит такая молва среди дальнобойщиков, да вообще люда, то, что на Казанской объездной очень много жриц древней профессии. Ну так вот. Сегодня я хочу вам в этой серии все показать. Ну, не в плане все, но просто как это все выглядит, как это все располагается, сколько это стоит. Сегодня мы заедем в такие места по дороге и поинтересуемся, что да как. Вот, так что с вас лукасик, подписка. Извиняюсь, кому неприятен такой формат. Ну, что, кому-то это интересно, так что загружаю эту серию. Приятного просмотра, погнали. Сейчас мы находимся на объездной Елабуге. Возвращаемся с Уфы, со Стерлитамака, точнее, а даже с Салавата, везем стекло в Москву. Вот, сейчас омолодимся, создадим вид такого прям молодого юного дальнобойщика, который не в курсе, что да как, что здесь происходит, поинтересуемся у девчат, что они вообще там делают, зачем они там стоят, что происходит. И такой момент, друзья, никого не хочу обидеть, чисто серия создана ради интереса узнать, да и вам показать. Вот, погнали. Так, все, мы освежились, друзья. Сейчас-то уже можно дальнобой 19 лет, да, взмахнуть. Сразу такой молодой побрился, когда. Так, время у нас, значит, 16:26. Ехать нам тут где-то часа 3 с копейками. Ну, в самый разгар приедем под вечер. Надеюсь, еще будут работать труженицы. Так, выдвигаемся. Сейчас включу музычку такую. Символизирующую прям под нашу серию и попрем по прекрасным просторам Татарстана. Первый рубеж у нас, друзья, это Мамадышинский подъем. Значит, мы сейчас поднимемся наверх, там, где развязочка. Обычно в рацию выходит реклама, так сказать, девочки в канале предлагают услуги. Там многообещающие, но я не знаю, как они там все эти выглядят, услуги и исполнительницы. Но звучит, так сказать... Минетики, кому минетики, жаркие, страстные, без зубов и очень мягкие, всего за $3, $3, кому минетики... Значит, Мамадыш у нас в пролете, в рации тишина. Ну, что поделаешь, не повезло, в канале сегодня не было девочек, выходной. Смотрите-ка, как нам тут хорошо, мы заходим в горочку, груженные 21 тонна с копеечкой. Просто вот залетаем всю колонну. А знаете почему? Потому что машинка у нас отвязана. Вот для чего отвязали машину, чтобы когда в момент, когда мы с горочки спускаемся, начинаем подниматься, чтобы мы ее подхватили вовремя. Никогда мы уже на 85 сели, когда там 90-95, и ты уже заходишь прям хорошенечко. Заезжаем мы, значит, на объездную Казани, включаем локатор в оба глаза. О, на той стороне, смотрите-ка, стоит машинка Логан. Проехали мы. Так, сходу тут. Правда, на той стороне. Сейчас будем смотреть, что на нашей стороне будет. Кстати, он стоял, не обратил внимания. Так. Раньше думал, типа, стоят тут, камеры охраняют. Но в итоге нет, оказывается. Кто-то есть. Кто-то стоит. Пойдем узнаем. Вот она, ура! Я уже думал, нет никого. Жилетки. Привет! Минет 700 комплекс 1000. Да. Ладно, покачусь еще. Удачи. Ух, малышка.
слушайте, там вообще, друзья, комсомольский возраст. Не в обиду, просто, ну, уф. Надеюсь, вам слышно было. Поехали дальше. Посмотрим, что еще тут есть. Друзья, большая часть Казанской объездной мы уже проехали. И что-то пока видите, только у нас один вариант тут был. Так, я вам скромно показал. Конечно, сейчас надо учесть этот момент, чтобы слышно было. Шум дороги, петличку же не повесишь туда. Так, смотрим еще вариант. Вообще машин нету, не стоит. Вот, блин, не знаю почему. По той стороне было парочку. Вот еще или рано, время, считай, 7 часов практически. Нифига нету. Сейчас в этот момент проезжаем, где тут обычно 40 камер стоит. Вот смотрите-ка, друзья, по той стороне. Эти стоят фарами, светят машинки. А здесь что-то тишина пока. Просто еще не всегда тут рассчитано под фуру встать. Вот, обычно там, я не знаю, для легковых это рассчитано и ничего. Вот, чтобы вы понимали, друзья, едешь зимой здесь, ну, под Новый год, такие вот моменты, они выходят все наряженные под снегурочек, там, я не знаю, под всякие эти чулки там по самые, блин, куда мы можем натянуть, как этот, как модели. Вот, видите, все на той стороне, просто вот как назло. Чего же нам не везет, а? Все грядки пустые наши. Так, по левую руку, опять же, видите, стоит машинка, вот эта узбечка. Вот здесь тоже бывает, они стоят прям так на улице. Но пока не видать. На левой стороне есть. Ну, может, они переходят дорогу, но неохота их там дергать, конечно. Есть, друзья, есть, короче, смотрите-ка. Давайте-ка тормознем, узнаем. Привет, подруга. Чё почём? А выбора нету? Ты одна работаешь, а? Нет, уже занят. А, занят. Ну ладно. Блин, занят, жди. Там, короче, знаете что, братва? Волжанка вообще люто трясется, там просто такой дэнс идет. Короче, поехали дальше. Тут вообще какие-то не страшные все. Ну, не в обиду. Поехали. Разговорчивость, как-то речь не ладится, поболтать не о чем. Тут 800-1200. Ценники, конечно, не знаю, конечно, чем сравнивать, много это или мало. Но я бы сказал, блин, и никто не хочет пропускать, там все равно все стоит, дружище, толку газовать. Так что вот, закончилась у нас объездная. Как вы видите, девочки тоже, жрицы закончились. Вот так это примерно выглядит. Любовь на трассе. Не знаю, конечно, кто к этому располагает. У меня вообще никакой тяги к этому нету. Никогда не рассматривал. Вообще отвращение какое-то, грязь. Повторюсь, не в обиду, просто, ну, в моем понимании, это вот так выглядит. Очень грязно. Ладно, для всех, кто хотел посмотреть это, я вам показал. Всем вам спасибо, кто подписан. Кто не подписан, подпишитесь обязательно. Поддержите канал, соцсети, телеграмы. Вот, а мы поехали дальше. Конечно, есть еще грядки в разных городах, которые я наблюдал. Если вам это интересно, будет в комментариях, напишите. Также пойму ваши негативные комментарии под этим видео, но что поделать. Опа, погнали!